Всем привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости этого канала. Приветствую вас! Сегодня хотелось бы вам рассказать как можно подробнее и больше всего за вашего любимого артиста, которого зовут Дима Билан. Виктор Николаевич Билан – это настоящее имя Димы Билана. Им он был до июня 2008 года, а с июня 2008 года он стал официально Дмитрием Биланом. Он родился 24 декабря 1981 года в поселке Московский, это часть города Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО. Он российский певец, актер, заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики 2006 год, заслуженный артист Чеченской Республики 2007 год, заслуженный артист Республики Ингушетия 2007 год, народный артист Кабардино-Балкарской Республики 2008 год, а также заслуженный артист Российской Федерации 2018 год. Его отец Николай Михайлович Билан работал слесарем, инженером-конструктором. Мама Нина Дмитриевна Билан работала в теплицах, потом в социальной сфере. У него есть старшая сестра Елена Билан-Зимина, которая родилась 1980 года. Она модельер, также работала официанткой. Вышла замуж в 2006 году за юриста Геннадия Зимина. Есть младшая сестра Анна Билан. Она родилась в 1994 году. Когда ему было год, семья переехала в Набережные Челны. Еще через 5 лет переехали в город Майский, Кабардино-Балкарская Республика, где Дима до 9 класса учился во второй школе. Закончил он среднее образование в школе номер 14. В 5 классе поступил в музыкальную школу, которую окончил по классу аккордеона. Он участвовал в различных музыкальных конкурсах и фестивалях, занимал первые места, такое значимое место в конкурсе «Молодые голоса Кавказа». В 1999 году приезжает в город Москву для участия в фестивале «Чунга-Чанга», который посвящен детскому творчеству и 30-летию совместной деятельности Давида Тухманова и Юрия Энтина. Билан получает диплом из рук самого Иосифа Кобзона. С 2000 по 2003 годах учился в Государственном музыкальном училище имени Гнесиных на факультете классический вокал. С 2001 по 2002 год стал лауреатом фестиваля «Фестас». В 2003-2005 годах учился в ГИТИСе. Он поступил сразу на второй курс. В 2000 году в ротацию телеканала MTV попал первый видеоклип Димы Билана, снятый на деньги его первого продюсера Елены Кан. Видео на песню «Осень». Это видео снималось на берегу Финского залива. Песня считается одной из первых студийных песен Димы Билана. Когда он еще был студентом, он познакомился со своим будущим продюсером Юрием Айзеншписом, который сразу распознал в нем талант и начал с ним работать. В 2002 году Дима Билан дебютировал на сцене российского фестиваля в Юрмале, который называется «Новая волна», на котором представил свою композицию «Бум» и занял 4-е почетное место. После этого конкурса последовали съемки клипа на эту композицию, а потом еще на песню «Я ночной хулиган», «Ты, только ты», «Я ошибся, я попал». В клипе на песню «Я так люблю тебя» снялась дочь Игоря Крутого. В период работы с Айзеншписом Билан во многом подражал Данко. В конце октября 2003 года вышел дебютный альбом под названием «Я хулиган», а в 2004 году вышло переиздание альбома «Ночной хулиган плюс», который включал в себя 19 песен, 15 песен из оригинального издания и 4 новые песни. 20 сентября 2005 года умер продюсер Билана Юрий Айзеншпиц. Сразу после этого Дмитрия номинировали на премию World Music Awards как лучший российский артист. После смерти Юрия Айзеншпица многие продюсеры предлагали Дмитрию контракты. В 2006 году он разорвал контракт с компанией Айзеншпица, которой после его смерти руководила его жена Елена Ковригина. После этого компания потребовала, чтобы Билан сменил имя, так как Дима Билан – это псевдоним, который принадлежал компании. Но вместе с новой командой, во главе которой была Яна Рудковская, Билан разрешил этот конфликт. И с 2008 года он взял свой псевдоним в качестве официального имени. В декабре 2005 года получил 2 премии «Золотой граммофон» за песню «Ты должна рядом быть» в Санкт-Петербурге и Алма-Ате. На проекте «Новые песни о главном» певец получил приз от Первого канала, а также стал Человеком года в сфере шоу-бизнеса.
В декабре 2005 года в Ботаническом саду был снят новый клип для лирической песни «Я тебя помню». В 2008 году Дима Билан представлял Россию на конкурсе песен Евровидения 2008 с всем известной композицией «Believe» и занял первое место, став первым российским певцом, который победил на конкурсе песни Евровидения. Рост Дмитрия Билана – 182 сантиметра. Личная жизнь. 4 года он поддерживал отношения с моделью Леной Кулецкой, даже обещал жениться на ней в случае победы на Евровидении. Затем с Еленой расстался, заявив, что все 4 года водил поклонников и прессу за нос. Эти отношения, как он признался, были обыкновенным пиаром. После расставания с Леной Кулецкой у него появилась другая модель и начинающая певица Юлиана Крылова, которая снялась в его клипе «Safety». Затем у него была Шарипова Аделина. Ходили слухи о романе с его продюсером Яной Рудковской и долго считалось, что это могло быть уткой. Но в мае 2019 года Яна подтвердила этот факт. «Я могу сказать, с кем у меня был роман. У меня был роман с Димой Биланом. Серьезно. Если бы со мной рядом не было Плющенко, у меня был бы Дима Билан. Он меня во всем устраивает. Это очень важный момент. Он красивый, талантливый и очень хорошо зарабатывает». Также Дима активно рекламировал свой роман с бывшей участницей группы «Тату» Юлией Волковой. Парочка показательно целовалась и обнималась под прицелом фото и видеокамер. Также было похоже на очередной пиар-ход со стороны певца или его продюсера. Ну а о остальных подробностях личной жизни практически ничего не известно. Известно только то, что СМИ давно приписывают ему нетрадиционную сексуальную ориентацию. Но это же не наше дело. Всем большое спасибо за внимание. Пожелаем же Диме еще достижения всех намеченных вершин. Пусть у него будет все хорошо, как в карьере, так и в личной жизни. Если вам понравился ролик, ставьте пальчики вверх. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, ведь подписка вас ни к чему не обязывает. И не забывайте нажимать на колокольчик. Всем удачи и всем пока-пока!